Когда-то в этом дворе была и спортивная площадка, и лавочки. Но со временем они пришли в негодность. Зато появились гаражи. Причем хозяев пришлось долго искать. Оказалось, что разрешение на размещение бокса никто не давал. По решению межведомственной комиссии объект идет под снос. Муниципальный контроль и сотрудники ремстроя помогли владельцу в демонтаже. Теперь же двор изменился до неузнаваемости. Дорогу сделали новую, тротуар новый сделали. Отмостки около дома сделали. Здесь сделали все дорожки. Видите, все за тротуарной плиткой выложено все. Деревья посажены, вишни посажены, самшит. Учли практически все пожелания. В шестом подъезде живет женщина, которая передвигается на инвалидной коляске. Для нее сделали специальный пандус. На обновленный двор приходят посмотреть жители из соседних домов. Мне очень нравится, как вот сделали вот Чехова 2. Вот, и у нас Чехова 4, очень там 5 домов, да? Мы тоже хотели бы, чтобы у нас тоже так вот сделали. И такая возможность у них появится уже в следующем году. Программа формирования комфортной городской среды будет продолжена. Никита Бойко, Сергей Корабельников, Михаил Григорьев, Анапа регион.